Morning. Why don't you tell us? 10 раз по 1000. 10 тысяч жителей Вены, австрийцев и австриек, на основании нюрнбергских расовых законов были исключены из австрийского общества и отправлены в Малый Тростенец на смерть. В этих списках людей превратили в номера, и мы хотим, чтобы они снова обрели свои имена. И поэтому мы просим, чтобы в Малом Тростенце был возведен памятник, на который занесли бы их имена. Мою бабушку звали Тереза Броди. Она была одной из трех сестер, которые родились в Вене. У них была очень ортодоксальная, но культурная семья. Новая поэзия, музыка. Моя мама пела в хоре. Они были сионистами. Мои предки состояли в сионистской организации. Мой отец, мой дед, вся семья жила здесь сотни лет. Они, конечно, ассимилировались, но остались евреями. Жили в маленьком городке в округе. Получалось что-то вроде триады. И если вы можете себе представить, вот здесь Кёльн, здесь Кобленц, здесь Трир, откуда родом Карл Маркс. И семья была практически из центра этой триады. Семья моей матери из городка, который называется Гейзенгельш. Они поселились там давно. Я знаю, что всех ее сестер, семья была очень состоятельная, отправили учиться в Швейцарию или куда-то еще, кроме моей матери. Она не поехала. Она была очень стильная леди и пошла в высокую моду, стала дизайнером модной индустрии. Мой отец был менеджером, занимался мужской одеждой. У него был большой семейный бизнес в Кёльне, где он был управляющим, а позже главным агентом гамбургской компании в Западной Германии. Я родился в Кёльне в 1925-м. И жил в Кёльне до начала 1939-го. И в школу я пошел тоже в Кёльне. А в 33-м или 34-м нам запретили ходить в местную школу, потому что мы были евреями. Евреям больше не разрешалось ходить в нееврейскую школу. Мы перешли в еврейскую. Нацисты пришли к власти в 1933-м. Контроль и другие политические меры, направленные против евреев, начали принимать уже 1 февраля 1933-го. И вот, например, первые запреты. Ученики не имели права ходить в обычные школы. У людей начались проблемы с работой. Они теряли рабочие места, были вынуждены закрывать свои магазины, свои компании. Начиная с Нюрнбергских законов, да, начиная от ограничений евреев во всех правах, политических, экономических, по занятиям должностей, профессий, все-все. Это все шло по нарастающей. После аншлюса Австрии в 1938 году было создано Центральное бюро по еврейской эмиграции. Руководил им Эйхман. А 24 января 1939 года по поручению Геринга, этого исполнения приказа и пожеланий Гитлера, было создано Центральное имперское бюро по еврейской эмиграции. А, то есть этот венский опыт был распространен на всю империю. И при этом Центральном имперском бюро по еврейской эмиграции был создан Союз евреев Германской империи.
СС смогло сосредоточить у себя в руках полную власть над евреями, потому что все евреи были обязаны числиться в этом союзе, потому что любые попытки оформления на эмиграцию или любые попытки теперь шли только через этот союз. Ограничения становились строже и строже по мере развития национал-социализма. Но до 1938-го, когда во время так называемой «хрустальной ночи» была впервые открыто проявлена агрессия и жестокость, евреи старались вести обычную жизнь. Но многие люди поняли, что их ждет намного раньше, и пытались эмигрировать. Моя мама уехала жить в Палестину, и в 1939 году она вернулась в Вену. И она помогла своей младшей сестре, ей было 15, бежать в Югославию. Да, и дверь тоже. Это невероятно. Все оригинальное. Рабштрассе 13. Поскольку евреи не имели прав, они не могли снимать квартиры, владеть любым имуществом. Если у них был дом, то его забирали. И поэтому моя мама обратилась к первому мужу, немцу, который имел большую квартиру, 135 квадратных метров. И он разместил у себя в квартире мою маму и моего отчима. Иначе им негде было бы жить. Мне было 13. У меня был велосипед. И утром я, как всегда, поехал в еврейскую школу. Когда я добрался до школы, то увидел дым, который валил со всех сторон. Снаружи стояли учителя. «Занятий сегодня не будет. Все по домам. Мы дадим вам знать, что происходит». Ну, маленькому мальчику не нужно повторять дважды, что занятий не будет. Мы были счастливы. И по дороге домой я зашел к моему дяде. Мой дядя – мясник. У него была большая мясная лавка в Кёльне. И когда бы я ни зашел туда, моя тетя всегда заявляла, что я мало ем. Мне выдавали большую сосиску, огурец, чтобы я сперва съел их и только потом ехал дальше. И вот я пришел к магазину. Он был полностью разрушен. Полностью. На кусочки. Прекрасная мебель. Магазин был просто роскошный. Все уничтожено. И тогда я понял, что-то не так. В школе, теперь здесь. Но мы по-прежнему не знали, что случилось. Я сел на велосипед и поскорее поехал домой. У нас был дядя, стоматолог. Мы узнали от него, мама узнала, наверное, что и к нему приходили той ночью и размели его стоматологию. И так было со всеми, кто хоть немного был на виду. Той ночью пришли к каждому. А потом все успокоилось. Через пару дней или недель мы вернулись в школу, и все было хорошо. Большинство из них чувствовали себя немцами. Они чувствовали себя нормальными среднестатистическими жителями Дюссельдорфа. Они участвовали в Первой мировой войне. Они сражались за Германию. Они не могли представить себе, что с ними может что-то случиться. Мой дедушка был офицером австрийской армии. Он погиб в Первой мировой войне. Моя бабушка осталась вдовой. Она одна растила двух девочек, мою тетю и мою маму. Однажды ночью нацисты ворвались в квартиру моей бабушки, явно подвыпившие. В коридоре висел портрет моего дедушки в австрийской форме. Они посмотрели на этот портрет, отдали честь, извинились и ушли. Бабушка сказала моей маме,
Посмотри, они уважают вдову офицера австрийской армии. Со мной ничего не случится. Я никогда в своей жизни не делала чего-то запрещенного. Я не буду незаконно переходить границу, пока не получу законную визу. Моя мама предчувствовала, что ей предстоит. Я тогда уже пошел в школу, и она поговорила с моей учительницей и сказала: «Я еврейка, и сына мне, по-видимому, придется оставить. Но он будет дальше жить у моего бывшего мужа, немца, с которым мы разведены». И учительница внесла меня в списки эвакуируемых детей, в которые я, наполовину еврей по происхождению, никогда бы не попал. Я скажу вам единственное, что я помню из тех дней. Отец всегда говорил мне: если кто-то что-то спрашивает тебя, ты не знаешь, ты не говоришь никому ничего. Потому что в те дни все были на нервах, люди интересовались друг другом. Поэтому, если ты ничего не знаешь, ты не можешь навредить ни себе, ни другому. В остальном я был свободен, как птица. Я жил своей собственной жизнью, всегда был занят. Маленький мальчик, который разъезжал по всему городу на велосипеде, я хорошо знал город. У меня были родственники в каждой части Кёльна. Я любил заезжать то к одному, то к другому, за пределы города. За мной не присматривали слишком назойливо. У меня не было никаких забот. Потом мы пошли в еврейскую школу, и это было здорово. Мне повезло, что я был именно в этой школе, Явни. Однажды директор, доктор Клебанский, сказал, что мы больше не можем оставаться в Германии, нужно перевести школу в Англию. Эрик Клебанский – педагог и раввин. Он был человеком очень религиозным и придерживался ортодоксального иудаизма, ортодоксальной ветви. Директором школы Явна в Кёльне он стал в 1929 году, а в 1933 начался нацизм, и он, наверное, первым осознал, что это такое, какую угрозу таит вот это движение, эта политическая сила для всей Европы и особенно для еврейского населения. Этот человек был очень образованный, он прекрасно знал английский язык, и он сумел включить свою школу, школу Явны в Кёльне, в программу «Киндертранспорт». Программа «Киндертранспорт» была создана по инициативе английских еврейских организаций, когда детей из Германии, когда это еще было возможно, вывозили в Англию. Было условие без родителей. Сами дети, они должны были поехать за границу, жить в английских семьях, учиться там, ну и ждать или приезда родителей, или освобождения Европы от нацизма. Вообще эти эшелоны шли из 16 городов Европы. Большинство из Германии, плюс Чехия и Польша. И всего было вывезено около 20 тысяч детей. Спасено. Из школы Явна около 150. Я был в первой группе, которую отправили в Лондон. 20 мальчиков и 20 девочек. Родители остались в Кёльне. Они собирались в Америку. Не было никаких проблем. Ты едешь в Англию, в школу. Как только мы переезжаем в Америку, ты едешь с нами. Не было драматических прощаний. Просто увидимся через 3 или 6 месяцев. Ты скоро поедешь в Америку. В Лондоне о нас заботилась еврейская община. У нас был большой багаж, потому что родители готовились к эмиграции и дали нам с собой много вещей. В Англии мы пошли в местную школу. Мы уже довольно бегло разговаривали по-английски. И что случилось потом? Потом была угроза войны. Чемберлен отправился в Германию. Он вернулся с документом. У нас есть соглашение с Гитлером.
все будет хорошо. Но недели через две Германия напала на Польшу. Война. Я был в Лондоне, родители в Германии. Им пришлось съехать с квартиры, в которой мы жили раньше. Так что у них был сперва один адрес, потом другой. В конце концов, я даже не знал, где они жили. Где-то в бараках за городом. Всех евреев выселили за пределы Кёльна. Вы понимаете, вот когда евреев вывозят, то от них остаются следы их деятельности. Это маленькие и большие там заводы, фабрики, это их рабочие места, это их квартиры, это деньги, которые находятся в банке. И когда их вывозят, все это остается. Вы знаете, вот соседи иногда, может, и не задавали себе такой вопрос, а куда исчезают другие, которые были рядом? В какой-то степени они иногда даже радовались, потому что они получали вот эти места. Места врачей, места адвокатов. Они получали прекрасное жилье. В тот день вся семья была в нашей квартире по адресу Рапштрассе 13. Взрослые были очень взволнованы, но мне ничего не говорили. Все держали в тайне, чтобы я не понял, что здесь в ближайшие часы что-то должно произойти. Однако я отчетливо чувствовал, что произойдет что-то необычное. Я это ощущал. И хотя меня отправили спать, я не мог уснуть. Я заметил, что мама тайком вышла из квартиры. Стал расспрашивать отца, где моя мама. Он ничего не ответил. А я все не отставал от него и постоянно спрашивал, где мама, и был очень взволнован. И тогда он сказал, мама отправилась на отдых. Через пару недель мы снова увидим ее. Она вернется домой. А я упорствовал. Нет, я хочу попрощаться с ней. Здесь, по так называемой Круммедильштрассе, в переводе с немецкого «кривая укропная улица», потом немного через Гиндельхоф, и потом Венекештрассе. Мы можем пройти этот путь. Отцу пришлось со мной идти 10 минут пешком в Морвайденштрассе, к месту сбора. Этот эшелон направлялся в Минск, в Минское гетто, так называемое Гамбургское гетто, особую часть Минского гетто для немцев или евреев из немецкого рейха. Много людей в этой депортации были из Дюссельдорфа, жители Дюссельдорфа. По приблизительным подсчетам 627 человек. Они должны были платить за билеты немецкому агентству перевозок. Они вынуждены были оплачивать свой проезд. У нас есть донесение, которое написал полицейский.
Этот офицер возглавлял транспортировку и охранял эшелон, который следовал до Минска. Он описывает всю поездку, технические недостатки с отоплением, водой, электричеством, задержки поезда. Но все это не для депортируемых, а для полицейских. И в конце он пишет, что следует изменить. Например, полицейскому необходимо выдавать 2 одеяла. Только малая часть его цитат о евреях, которых вывозили в Минск. Он смотрит на это с точки зрения нацистской идеологии. Они не личности, не люди. Он говорит о них, как о животных. Количество выживших из числа депортированных в Минск из Дюссельдорфа всего 5 человек. Я считаю, то, через что они прошли, это немыслимо. Хронологически первый эшелон прибыл в 1941 году из Брно, или Брюн, как по-немецки это город назывался. Он прибыл, как и остальные немецкие поезда, в ноябре 1941 года. Они прибыли в Минское гетто и находились в Минском гетто, и уничтожались в Минском гетто. По данным, которые мы знаем от коллег из Чехии, еврейский архив Праги и мемориал Терезин, из состава Брно выжило больше всего людей, 22 человека. Нацисты выбирали людей, способных к принудительному труду, специфическому принудительному труду в сельском хозяйстве, и также специалисты, которые могли обслуживать интересы СД, то есть ремонтировать машины, замки и так дальше. Этих специалистов отправляли в лагерь, остальные были убиты в Благовщине. Я думаю, это австрийцы вели статистику. Малый Тростенец не вел статистику. Да, это так, люди были в опасности. Нет имен, значит, нет и памяти о них. Ничего не известно о бабушке. Они как будто пропали, испарились. Это была судьба 10 тысяч австрийцев. Вы знаете, Малый Тростенец? Нет другого такого места на Земле, где столько австрийцев были убиты, как жертвы Шоа. Нет такого места, как Малый Тростенец. Там было убито даже больше, чем в Освенциме. Поэтому Малый Тростенец так важен для нас. Сегодня мы знаем. Людям говорили, что они едут в Минск работать. Они верили в это. Мы знаем об этом из писем, написанных в эшелоне. Один молодой человек писал своей семье: «Вышлите мой сертификат, который я получил, когда учился, потому что он поможет мне получить работу получше, там, куда я еду». Так что они были полностью уверены, что едут работать. Мы получали сообщение через Красный Крест. Разрешалось отправлять письма по специальной форме. Их адрес, мой адрес и текст. Всего не больше 25 слов, включая адреса. Письма шли из Германии в Швейцарию, а уже из Швейцарии в Англию.
шла война, и почта была перегружена. В конце концов, я получил письмо, написанное в июле 42 года. Родители писали, что уезжают. Я не знал, куда. Приближался мой день рождения, и они поздравили меня с моим днем рождения. «Будь хорошим мальчиком». Мне исполнялось 14. И это было последнее письмо, которое я получил. На этой табличке написано, что в этом здании 98 еврейских женщин, мужчин и детей были вынуждены находиться в тесном помещении. Их собрали в квартире, и отсюда они были депортированы и уничтожены нацистами. Я знаю из исследований, что в этом здании люди теснились как сардины, по 15 человек в одной квартире, а в здании 125, а оно совсем небольшое. Все его жители были депортированы, выжило только пятеро. Насколько я знаю, из тех, кто был вывезен в Малый Тростенец, не выжил никто. Если мы сейчас поедем на улицу Рабштрассе 13, мы найдем там 12 или 13 памятных табличек. Штольперштайны. Это значит, что в этом доме в основном жили евреи, не арийцы или кто-то еще. Однако, когда квартира освобождалась, ее сразу же занимали. Здесь жил мой друг детства, мой товарищ по играм Вальтер Хоффман. И вот эта девочка Рут Бибер, с ней мы тоже играли в детстве. А здесь памятные таблички. Ирмгард и Карл Поснер. В 1990 году подвиг Либанского, который сумел вывести, спасти детей Кёльна, был отмечен жителями города, которые назвали одной из площадей площадью Клебанской. И там поставлен памятник необычный. Памятник – это фонтан. Фонтан жизни. По бокам, по фронтону такому, имена и фамилии детей, которые погибли. Больше 1000 имен. Почему уничтожали детей? Почему вот ничего не дрогнуло у нацистов, когда видишь детские глаза, когда видишь количество этих детей? Наверное, потому что уничтожали следующее поколение. Уничтожали поколение, которое может помнить. Уничтожали саму память. Ведь у Роберта Рождественского есть стихи. «И в памяти моей такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит». И вот эти образы, которые, возможно, и наверняка были бы, возродились, наверное, в памяти детей, в памяти тех, кто вырос в нового поколения, они, конечно, доказали бы лишний раз о том, что такое нацизм, что такое фашизм. После войны, в 1985 году, была написана книга немецкими авторами «Кобах». Там собрана информация обо всех событиях, обо всех эшелонах. И мы прочитали, что одна депортация была из Кёльна в Минск, в Тростенец. Эта депортация затронула тысячи людей. Я видел родителей в списке ссыльных. И был еще кузен или два, которые тоже носили фамилию Маркс. Позже я узнал, что это были двоюродные братья моего отца.
Мы узнали, что мой директор, доктор Клебанский, который отправил школьников в Англию, с его семьей, с женой и детьми, тоже был депортирован в Тростенец. В 2013 году, чтобы все узнать, я подала на проверку документы, в которых было указано, что бабушка была депортирована сначала в Терезинштадт, потом в Освенцим. Женщина, которая проверила нашу информацию, ее уже нет, Элизабет Бенда Виндхендлер, сказала мне, что моя информация неверная, и помогла выяснить, что моя бабушка была депортирована в Малый Тростенец. Вот так мы и нашли ее. Вы можете вот этот фрагмент прочитать и перевести. Это письмо во Франкфурт. Я узнал о нем лишь в 1992 году. Тогда я в первый раз вошел в подвал в доме моей бабушки Марты, бабушки по материнской линии. Я открыл этот чемодан Марты и увидел документы. Это письмо матери его бабушки. Мать пишет своей маме, что она надеется в начале следующего года у нас родится здоровый ребенок. И очень надеюсь, что это будет девочка, то есть что у Михаэля будет сестра, он себе очень желает сестру. Вот. Она была беременна в ноябре, их отправили. Она была не одна, когда погибла. Здесь, на этом месте, все соседние улицы расположены гораздо выше. Посмотрите на эту фугу. Она представляет собой спуск от площади у вокзала к платформе, от которой отправлялись эшелоны. Она ведь постепенно спускается. Ну, то есть мы находимся на уровне той исторической платформы. Это оригинал. Это своего рода исторический реликт, который сохранился до сих пор. Изначально здесь находился вокзал, с которого поезда отправлялись из Гамбурга в южном направлении. Здесь была конечная станция. А во время Второй мировой войны его использовали для отправки солдат на фронт и для депортации людей в гетто и лагеря смерти. Перед депортацией одну или две ночи они проводили в большом помещении, где сначала проходили регистрацию и должны были сдать ценные вещи. И лишь после этого их доставляли сюда. Здесь были только эти привокзальные ворота, а дальше все под открытым небом. Там была только небольшая крыша, а все остальное открыто. И сразу, когда они прибывали сюда, их садили в поезда. Это были длинные поезда для тысячи людей. Были четкие предписания, сколько багажа можно взять с собой. Как правило, разрешалось взять одну ручную кладь. У некоторых были с собой еще одеяло и постельное белье. Это тоже разрешалось. Два поезда ушли на Минск. И оба в ноябре 41-го. 8 и 18 ноября 1941 года. Всего, по нынешним данным, депортировали более 8 тысяч человек. Точную цифру с полной уверенностью назвать нельзя. У них не было выбора. Мне тогда было 7 лет, и я очень хорошо помню тот вечер и следующую ночь. Я недавно перед открытием этого памятника впервые
с моей женой шел по этой платформе. Там рельсы, здесь дорога депортации. Я был очень подавлен и возбужден. Со мной всегда так происходит, когда я сталкиваюсь со своей судьбой. Этот путь депортации им самим еще был неизвестен. Они еще надеялись, что выживут. Это сегодня нам ясно, что шанса у них не было. Минск по многим аспектам он подходил. Осланд, то есть Минск являлся центром одной из генеральных округ с хорошей логистикой. Видите, прямая линия Варшава, Брест, Минск без задержек. Поезда идут даже из северных городов Германии. Вот представьте, Гамбург, северный, далекий, тут же через Варшаву и попадает уже сюда, в Минск. Поскольку лагерей смерти еще этих не было построено, немцы привезли часть евреев из Западной Европы, чтобы убить их тут. Да? И с ноября 41 года эшелоны начали приходить в Минское гетто. И шли они в течение 41-42 года. Всего в Беларусь было привезено порядка 30 тысяч евреев из западных стран. Да? По 7 эшелонов из Германии и Чехословакии, 11 эшелонов из Австрии, это точно известно. Потом выяснилось, что еще даже сюда привозили часть польских евреев. Мы жили на улице Шорной и буквально на перекрестке Коллекторной и Шорной. Кстати, Коллекторная называлась Еврейская улица, потому что наш район был еврейский район. Вот как раз здесь, знаете, Немига, Шорная, вот-вот. Это был центр города, ну вот как-то частные дома и так далее. Евреев вот этих вот зарубежных, я помню, целая колонна шла мимо нашего забора. Это были совершенно другие люди. Это были аккуратные такие, знаете ли, одетые неплохо. Детки у них были какие-то такие причесочки. И у них, у наших были такие круглые эти там на груди желтые. А у них были звезды такого фабричной работы, шестиконечные звезды. Эти звезды черные, такая кантовочка, очень такие аккуратные, тоже были на этих местах приколоты эти звезды. И вот когда они проходили, и у них какое-то там было время, было что-то, может быть, время, пока их не пропускали, к нам приходили в наш сад-огород люди и торговали вместе с ними, обменивались. Евреи говорили на идиш, и там, и там. Мы в нашем районе очень-очень здорово в этом еврейском понимали еврейский язык и так, понимаете? Кричит там, аре, воз, гейступ там, вот такие вот. Быстренько там бежите за сметаной, сметана, фаран, фаран, кричим, давай сюда, да, очередь за ними, такие магазинчики были. Ноябрь, декабрь 41 года, это порядка 7 тысяч человек. Их поселили в Минском гетто на особых участках, которые называли зондергетто. И которые располагались. Первое зондергетто было в районе, прилегая к улице Сухой, ограниченная Республиканской, Столпецким переулком и Обувной улицей. А второе зондергетто было в районе улицы Димитрова, ограничено Обойной улицей и Островского, находилось там. И евреев из западных стран, которых привозили, их селили только в эти два места. Они были строго отдельно от остального населения. В Минске, когда прибывали депортированные евреи, это было видно, они были германизированы, они говорили на немецком языке. Они пробовали или исходили из таких аспектов строить отношения немцы с немцами. Это очень интересно. Евреи пробуют находить отношения здесь где-то с немцами, потому что они не чувствовали разницы. Многие были только частично, может, имели там еврейскую кровь.
Выживание всегда зависит от опыта человека, от самого человека. Если взять, например, кого-то, кто работает в компании и имеет надежных коллег, и они поддерживают его, то он выживет дольше. Или если есть место работы, то ему намного проще выжить. Это не судьба, это случайность, удача и хорошие человеческие отношения. Только так ты сможешь выжить. Ты сумеешь выжить. Получилось, что тех, которых везли зимой 41-го года, вот ноябрь-декабрь, их селили на территории зондергетто в Минском гетто, это порядка 7 тысяч человек. А потом у немцев произошел перерыв из-за положения на фронте, из-за климатических транспортных условий, и возобновилось это движение только с мая 42-го года. Но тех, которых уже с весны 42-го года везли сюда, в Беларусь, убивать, их уже не завозили в Минское гетто. Их везли прямо в Тростенец и убивали там. Там все для этого было подготовлено. Дела стали плохо. Начались погромы. Первый погром, я помню, по улице Республиканской. Часть района, они частично кусок какой-то обносили и там вывозили, там по периметру ставили свою полицию, и этих людей выгоняли, можно сказать, сажали их в машины, и по этой я как раз шла по Республиканской, и эти машины одна за одной, они были не закрытые, а открытые, и на открытых машинах вот так вот люди друг за друга держались, все стояли. Большая часть евреев зондергетто были убиты в погроме 28 июля 1942 года, в самом большом погроме, который был четырехдневным, и когда вообще в Минском гетто было убито около 30 тысяч человек, а от западных евреев зондергетто осталось только порядка 3 тысяч человек, то есть больше половины были убиты. Все. А остальных вот этих из 3 тысяч, их дотянули до осени 43-го года. Там тоже точных данных нет, как это все происходило. Но уже с сентября им было, как это немцы часто делали, объявлено, что их будут переселять в Палестину. Да, они часто так обманывали людей, которые в своем отчаянном положении верили. Хочешь, не хочешь, верили, хотя почему-то собирались. Конкретно их судьба неизвестна. Они прибывают в Минск, но это только одна часть этой проблемы. Необходимо уничтожить. И снова логистически, как лучше. И логистика подсказывает, что вот этим местом будет снова окраина Минска, заброшенная часть, далеко, не слышно и вдали от публичности. Память о евреях и цыганах, которые с 40-го по 45-й год 20 эшелонами были депортированы из Гамбурга в Белжиц, Лодзь, Минск, Ригу, Освенцим и Терезиенштадт. Это железнодорожная платформа и рельсы, с которых отправлялись поезда. Всего было 20 поездов. И каждая памятная доска означает один поезд. В одном поезде было больше людей, в другом меньше. Здесь символическое отображение. 20 памятных досок. Моя мама сегодня, наверное, вступила бы в партию зеленых. Она очень много времени проводила со мной на воздухе, в лесу, на Эльбе. Мы много плавали. Постоянно на улице. На свежем воздухе, как она говорила. Такой я вспоминаю мою маму. Это те самые рельсы,
по которым эшелоны везли людей на смерть. Что долговечнее, железо или человеческая память? Я думаю, человеческая память. Во всяком случае, я надеюсь на то, что она дольше проживет, чем железо, которое ржавеет. Моя память глубоко личная и очень живая, когда я нахожусь здесь. Насколько мы знаем, их привезли на товарную станцию, откуда их забрали на машинах, на грузовиках. А возможно, им пришлось идти пешком прямо в Тростенец, к ямам, на расстрел. Я точно не знаю. Одно из двух. У них забрали вещи. Мол, вы продолжайте путь, а мы вышлем багаж. Вам не нужно его нести, мы все привезем. Но этого не произошло. Я не знал их. Мне было 13. Я был 13-летний мальчик. Да, это были мама и папа. Мои мама и папа. Но я их не знал. И я расспрашивал моих двоюродных братьев в Америке, какими они были. Твоя мама была личностью. Я мог вспомнить внешность, но я их не знал. Еврейская площадь в Вене. Мемориал «Безымянная библиотека». Здесь в алфавитном порядке записаны имена всех австрийских евреев и места, где они были убиты. И нам известны имена каждого, кто был отправлен на смерть в Малый Тростенец, в Минск. Сейчас мы зачитаем их имена. Paul Beckermann, 42 Jahre. Alfred Beer, 22 Jahre. Я хотела знать, как это произошло. Выяснить, что случилось с моей бабушкой. И я узнала много о самой себе и о других. О людях, которые расставались с жизнью, чтобы не участвовать в этих зверствах. Я смотрела на себя и думала, а я бы нашла в себе силы поступить так же. Фридрих Штурман, 55 Jahre. Regine Umlauf, 64 Jahre. Adolfine Unger, 53 Jahre. Человек и есть сумма его памяти, да, и личность, и общество, и народ, и все человечество, да, это вся память, которая есть о том, что было. Это то, что и делает нас разумными людьми, и делает нас людьми. Это не чувство вины перед убитыми, мы не виноваты в этом, да, но что для них можно сделать, да, для невинно убитых, для тех, кто боролся и погиб, что для них можно сделать? Мы для них можем сделать только одно, да, помнить о них.